Его в доме нет. Закрой дверь и проходи. Роман Александрович, может, вы мне объясните, что происходит? Садись. Я принял решение эвакуировать тебя с объекта. Причину моей эвакуации я могу узнать? Видишь ли, когда сегодня ночью ты мне звонил… Звонил? Ну да. Я. А ты… Ты что, этого не помнишь? Роман Александрович, я не мог вам звонить. Я спал. Ну вот, держи. Мои входящие звонки. Посмотри. Ты позвонил мне и сказал, что видел в доме генерала Лисицына, который ужинал со своей вдовой. Какого генерала Лисицына? Я не мог его видеть по двум причинам. Во-первых, я спал, а во-вторых, он 6 лет как мертв. Толя, не нервничай. А что мне делать? Толь, сядь. Ну, давай посмотрим, что у нас получается. Давайте посмотрим, давайте. Ты звонишь мне ночью. Угу. И не помнишь этого. Угу. Ты говоришь Лисицыну, что видел его мертвого отца, а потом отрицаешь это. Ты то же самое говоришь мне по телефону ночью, переотказываешься от своих слов. То есть вы хотите сказать, что у меня проблемы с психическим здоровьем? У меня к тебе, Анатолий, вот какое предложение. Я даю тебе внеочередной оплачиваемый отпуск. Роман Александрович. Ну, Толь, год был непростой, тебе нужно отдохнуть. Угу. Суть моего предложения заключается в следующем. У меня в Истре живет мой родной дядя. Поезжай к нему, он тебя с удовольствием примет. Угу.
Места там прекрасные, красивые. Дядя Витя мужик общительный, веселый. Тебе с ним будет весело. Правда, не скучно. Угу. Едешь завтра? Кто меня заменит на объекте? А замена не потребуется. Лисицын расторгнул договор, сказал, что не может доверять агентству, которое присылает клиентам неадекватных сотрудников. Оружие сдать? Анатолий? А вы Виктор Иванович? Он самый. Опа! Только давай сразу договоримся. Просто дядя Витя. Без отчества. Заметано? Заметано. Ну тогда давай за мной! Вот, Анатолий, картошечка поспела. Так. Ну что? Еще по одной? Нет, вообще-то я спиртного давно не употребляю. Свою цистерну я выпил. Но в исключительных случаях иногда позволяю себе. Как говорится, не пьянство ради. Исключительно для здоровья и для поддержания содержательной беседы. Самогон у меня хороший. Да. Для здоровья действительно полезный, на травках настоянный. Ну, за знакомство. Так, милая, пошла. Есть. Чего надо? Так это, соли можно? Тьфу ты, лишак старый, забыл на стол поставить. Держи. Спасибо. Чего-то не так? А я вас переспросил. Не понял. Ну, я у вас просил перец. Фу ты, напасть. Да перепутал я. Соль ты просил. Ну, конечно. Значит, не все так плохо. Держи. Спасибо. Они у меня стекляшки эти одинаковые. Вечно путаю. А. Ёк-макалёк. Полтретьего. Все, Анатолий, собирайся. На концерт идем. На какой концерт? В нашем Доме культуры представление. Гипнотизерша из Москвы приехала. Люблю я эту хренотень там, фокусы, трюки разные. А, тебя же на твоих глазах за твои же деньги обманывают, а ты, блин, радуешься, как слон. Да я, собственно, эти концерты как-то не... Не-не-не-не, знать ничего не хочу. Племяш приказал тебе развлекать, так что давай, собирайся, не отвертишься, я два билета купил, ты чего? Понял, Анатолий? Гипноз, шоу. Это тебе не хухры и мухры. Кстати, у нас первый ряд и мечта посередине. Проходите, пожалуйста. Вот ваши места. Пошли. Вот, Анатолий, наши места. Проходи, садись.
Эх, красота! Все видать, все слыхать. Сидим как политбюро со всеми удобствами. Только кресла тесноваты для моей конституции. Вечер, уважаемые дамы и господа. Прежде чем начать свое выступление, я хочу предложить вам весьма короткое вступительное слово. Гипноз давай! Итак, гипноз в переводе с греческого означает сон. В основе этого состояния... Ну, а теперь мне понадобится доброволец. Прошу, смелее, господа. Не стоит бояться. Ну, кто хочет пройти на эту сцену? Прошу вас, смелее. Господа, ну, прошу, поднимайтесь. Ну? Господа, не надо бояться. А никто и не боится. А вот вы, пожалуйста, и пройдите на сцену. Аплодисменты смельчаку. Представьтесь, пожалуйста. Дядя Витя. Дядя Витя, а кем вы хотели быть в детстве? Николаем Крючковым. То есть вы хотели стать артистом? Нет, не артистом. А именно Николаем Крючковым. Дедуль, а ты Людмилой Зыкиной не хотел быть? А иди ты... Ну что ж, у вас появился шанс осуществить вашу детскую мечту. Прямо здесь и сейчас. Молодые люди, не ваши билеты. Тише, уважаемые, не шумите. Садитесь. Я вам говорю, предъявите ваши билеты. И вы увидите, что для гипноза нет ничего невозможного. Посмотрим и выйдем. Итак, начинаю. Расслабьтесь. Я буду считать до 5. Когда я досчитаю, вы станете Николаем Крючковым. 1. Вы слышите только мой голос. 2. Все посторонние звуки исчезают в моем голосе. 3. Вам хорошо и комфортно. 4. Тепло разливается по вашему телу. 5. Открываем глаза. Добрый вечер, Николай Афанасьевич. Здравия желаю, гражданочка. Николай Афанасьевич, уважаемая публика с нетерпением ждет исполнение вашей песни из кинофильма «Тракторист». Это пожалуйста. С большим удовольствием. На границе тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят. У высоких берегов Амура часовые родины стоят. У высоких берегов Амура часовые родины стоят. Там за злобу врагу поставлен прочный, там стоит отважный силен. Так, ну? Ой, извините, пожалуйста. Ну, ты даешь, дед. Так. Слушай, Анатолий, а я что, правда пил? Еще как. И что, действительно, пожалуйста, голосом Николая Крючкова? Следующий. Там. Ага. Так, задерживаемся, проходим. Ёп-макалёк. Ничего не помню. Как на сцену выходил, помню. Как потом уже народ... В зале хлопал, помню. А вот что было между ведь, убей, не помню. Ты звонишь мне и не помнишь.
Ты говоришь Лисицыну, что видел его мертвого отца, а потом отрицаешь. Ты то же самое говоришь мне по телефону и снова отказываешься от своих слов. Толь, ты чего? А вы действительно ничего не помните? Ну что я тебе врать буду? Ты чего встал-то? Знаете что, дядь Вить? Идите-ка вы домой сами, а я чуть позже подойду. Что-то случилось? Нет, все в порядке. Мне здесь просто кое-что узнать надо. Ты дорогу-то к дому помнишь? Помню. Ну, тогда ладно. Я пошел. Здравствуйте. Че надо? Простите, пожалуйста, я могу видеть госпожу Шлиман? Она занята. А что вы хотели, молодой человек? Сиди! Сиди! Вали отсюда, не видишь, занята она. Помогите, пожалуйста. Падла! Стоять! Осторожно! Пойдемте отсюда. Скорее. Скорее. Спасибо. Вы мне очень помогли. Кто эти люди? Уроды. А как вас зовут? Анатолий. Анатолий, вы не могли бы мне помочь? Мне нужно срочно попасть в гостиницу, собрать вещи и уехать. А я боюсь. Почему вы, собственно, не обратиться в милицию? Это долгая история. Так вы поможете мне? Помогу. Спасибо. Тогда прошу машину. Она дверь на ключ заперла, собака! Тварь! Ты слышишь? Давай, давай, давай. Вот тварь! Аркан, Аркан, это нереально! Как мы отсюда выберемся? Здесь и вылезем. Ловко это у вас получилось. С ними разобраться. Как в кино. В кино ловчее получается. У вас тоже неплохо вышло. Это как-то связано с профессией? Угу. А кем вы работаете, если не секрет? Не секрет. Я телохранитель. Да? А кого вы сейчас охраняете в этом городе? В этом городе никого. Я из Москвы, а здесь так отдыхаю. Восстанавливаюсь после ранения. Ага, понятно. Так. Вы знаете, первый раз вижу женщину-гипнотизера. Да, это редкий случай. Но все же я не уникальна. Вы, наверное, хотите знать, как это меня угораздило? Ну да. Как это вас угораздило? Спасибо лихим 90-м. Я отучилась на психотерапевта. Потом работала в фирме, открыла себе способности к гипнозу. А потом фирма моя благополучно накрылась.
И я подалась на вольные хлеба. А в детстве мечтала стать артисткой. Вот и стала. Куда едем? В гостиницу. В какую? Лучшая, которая есть в этой дыре. Наша Поленька, она комфорт любит. Где ты ее здесь найдешь лучше? По дороге спросим. Езжай давай! И все-таки мне вас сам Бог послал. Как вы вовремя появились. Все сложила, а костюм концертный забыла. Сейчас. Секунду. Кстати, а зачем вы пришли ко мне в гримерную? Вы что-то хотели? Да, я хотел задать вам несколько вопросов. Вот как? И какие же это вопросы? Скажите, а вот любой человек поддается воздействию гипноза? Ну, кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. А можно заставить человека при помощи гипноза что-либо забыть? Забыть? Ну да, вот он, например, что-то знал, что-то видел, а после гипноза напрочь все забыл. Амнезия? В принципе, можно. Скажите, а можно подвергнуть человека гипнозу без его желания? Вы когда-нибудь слышали о Вольфе Мессинге? Ну, слышал. Так вот, Мессинг однажды по просьбе Сталина вышел из Кремля и вернулся обратно в кабинет отца народов совершенно беспрепятственно. Все охранники пропускали его без пропуска. Они принимали его за Ворошилова. То есть они не видели Мессинга, а видели Ворошилова. Естественно, Мессинг не спрашивал разрешения на сеанс гипноза. Но это был великий Мессинг. У него был уникальный дар. Обычная уездная фокусница, типа меня. Может ввести человека в гипнотический транс, только если он сам этого хочет. А без его желания можно ввести человека в транс только во сне. Ну, когда он спит. Ясно. Анатолий, у меня к вам просьба. Какая? У меня остались еще два города, Звенигород и Чехов. Я должна в них отработать, у меня уже есть договоренность. Не могли бы вы на эти два дня стать моим телохранителем? Я, естественно, оплачу вашу работу. Тем более, что у вас остались невыясненные вопросы. Я отвечу вам обстоятельно. Хорошо. Только у меня будет одно условие. Какое? Вы мне очень подробно расскажете, что от вас хотели те люди в гримерке. Хорошо, расскажу. Эй, мужик! Слышь? О! Где у вас тут самая крутая гостиница в городе? Центральная? Ну, есть на пенсию центральная, я же говорю, самая крутая. Ну, она называется Центральная. Ну и где она? Сейчас до перекрестка, а там на светофоре направо по стрелочку. Ага. Я ведь не даю свои представления в больших городах. Там, сами понимаете, много бюрократических проблем. А я привыкла работать за наличные, получать деньги сразу после концерта. Ну и, конечно, у меня случались проблемы с директорами залов. Бывало, не платили, а еще и пьяная публика бывает ужасно. И вот однажды я встретила Аркадия Каза. Это тот, кто разговаривал с вами в гримерной. Он предложил мне стать моим охранником, и я согласилась. Но только через некоторое время он превратился в моего администратора. И все мои финансовые дела оказались у него в руках. И уже не я ему платила, а он мне. Вот и все. Аркан, вот они! Да вижу, вижу. Это они! Катись назад! Они за мной, быстро! Уходят! Пошли его! Thank you.
Иван, стреляй! Ушли! Чёрт! Слушаю, Хамза. Ромка, привет. Слушай, твой парень пропал. Дядь Вить, ты что ли? Ну да. Послушай, я не понял, он что, не приехал к тебе, что ли? Да в том-то и дело, что приехал. Мы с ним пошли на гипнотизершу из Москвы, ну, Шлиман эту. А он потом в Доме культуры остался. На какую Шлиман? Да фамилия у нее такая. Ну ты же сам велел мне Анатолия развлекать. А в котором часу представление этой гипнотизерши закончилось? Ну, где-то 5:30 вечера. Ром, ты там просыпайся, что ли? Да. Да, дядь Вить, я понял. Послушай, ты перезвони мне, если он появится. Ну уж не поленюсь. Ну ладно, пока. Бывай. А потом оказалось, что Каза уже сидела. За вооруженное ограбление пункта обмена валюты. У него даже кличка блатная есть. Аркан. Извините. Да, Роман Александрович. Ты куда пропал? Я пропал? Я никуда не пропал, вот он я. Ты где сейчас находишься? Ну, скажем так, путешествую. Путешествуешь? Ну да. Я же в отпуске. Да у меня все в порядке, Роман Александрович. Вы извините, я сейчас занят. Спокойной ночи. Посчитайте нас, пожалуйста. Хорошо, одну секунду. Кто это так поздно? Да, действительно поздно. Нужно поискать гостиницу. Послушайте, Полина, а вы не пытались ничего предпринять, чтобы избавиться от Каза? Один раз я попыталась. Я отказалась выходить на сцену. Был большой скандал. Аркану даже пришлось выплатить неустойку. Я хотела поставить его на место. Показать, кто из нас главный. А на место поставили вас. Да. Той же ночью они посадили меня в машину и отвезли за город. Там оставили в заброшенном доме, приковали наручниками кровать. Есть мне давали один раз в день, пить через день. Еще издевались. Твари. В общем, я согласилась на них работать. Через некоторое время я сбежала, прихватив кое-какие деньги. Полгода я скрывалась, пока денег хватало. Потом мне пришлось выйти из укрытия. Жить-то на что-то надо. Вот. Месяц я работала спокойно. А сегодня они меня нашли. Если бы не вы... Вот только плакать не нужно. Я не буду плакать. Правильно. Вот это правильно. Охранное агентство «Барбакан», дежурный Лапутин. Саша, это Хамза. Я слушаю, Роман Александрович. Саша, собери технарей, пусть по мобильнику определят местонахождение Тихомирова. Есть, принято. И сразу же доложи мне, как только выяснят, где он находится. Я понял, Роман Александрович.
Мне страшно. Ну, и что это значит, Толя? Доброе утро. Доброе утро. Ну что, завтрак мы уже проспали. Да. Поэтому собирайтесь на обед. Нет, ну нет, нет. Я требую десерт. Пообедать можно и в ужин, между прочим. Толя, нет. Через час у меня первое выступление. А что значит первое? Что, еще и второе будет, что ли? Да, два. Одно дневное, второе вечернее. Катастрофа. И мое тело обязано присутствовать на обоих. Катастрофа. Так что собирайтесь, дело хранитель. Слушаюсь. Поленька. Нет, только не называйте меня так. А как мне называть? Очень серьезное имя, между прочим. Полина. Может быть, я не знаю, может быть, Поли... Польди, вот. Что? Польди. Ну, я не знаю. Полина. 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 Лина. 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 Линка Полинкой буду называть. Меня так мама в детстве называла. Линка Полинка. Хорошо. Ну что, наших недоброжелателей нет? В зале их нет. Это радует. Но даже если бы они там были, мне было бы уже не так страшно. Да. Ты ведь надежный? О, я обязан быть надежным, но только на срок действия контракта. Ну, даже если так, это уже неплохо. А что там со зрителем, аншлаг? Нет, только ползала. Это большой минус дневных представлений. Красивая штучка. Да, это мой талисман. С ним я никогда не расстаюсь. Подарок одного человека. Он умер. Во сне. Сердце. Еще вечером был такой веселый. Мы какой-то фильм вместе смотрели. А утром его уже не было. Он был очень хороший человек. Он очень меня любил. С этой брошкой я не расстанусь никогда. И не сниму ее. Ну, если только меня убьют. Так, все. Давай. Начинаем. Угу. Уважаемые дамы и господа, гипноз, по определению замечательного русского ученого Бехтерева, является особым видоизменением сна. Когда мы произносим слово «гипноз», веет чем-то таинственным и сверхъестественным. Так это или нет, мы узнаем сегодня на моем выступлении. Толя, не надо. Пусть он идет. Ваше сиятельство, боцман Драпыгин по вашему приказанию прибыл.
Кто-нибудь в зале знает его? Так это ж Сашка Попков. Мы с ним в одном таксопарке работаем. Год назад, после моего выступления, этот человек подошел ко мне за кулисы. Он сказал, что не поддается никакому гипнозу. И тогда я загипнотизировала его. Я внушила ему, что через год он придет на мое выступление. После моей лекции поднимется на сцену и скажет, что он боцман Терапыгин. Я буду считать до пяти. Когда досчитаю, вы забудете, что вы боцман Терапыгин. Раз. Два. Опустите руку. Три. Четыре. Когда вы проснетесь, вы будете веселы и бодры. Пять. Ой, елки. А как я здесь оказался? С луны свалился. Как вас зовут? Боцман Терапыгин. Бабков Александр. Скажите, Александр, а вы служили на флоте? Нет. В ракетных войсках служил. А может, вы все-таки морской волк? Боцман, например? Нет. Я сержант. Я в Омске служу. Там моря нету. Пожалуйста, пройдите на свое место. Аркан! Аркан! И тут ее нет. Фу. Ладно, все равно найдем. За все ответишь, Поленька. Слышь, Аркан, ты только не мочи ее сразу. Пускай отрабатывает. Угу. Без тебя разберусь, понял? Поехали. Ну и куда теперь? Серьезно. Очень классно. Очень эффектно. Особенно с этим парнем. Неужели такое может быть? Ну, ты же сам видел. Называется эффект отсроченного внушения. Угу. Слушай, а ты вчера говорила, что при помощи гипноза можно вызвать амнезию. Я говорила? Да. Я и сейчас не отказываюсь от своих слов. А наоборот, вспомнить. Ну, восстановить то, что забыл, можно? В принципе, это возможно. Я хочу попробовать. Возможно, со мной нечто подобное уже происходило. Ты хочешь сказать, что тебя заставили что-то забыть, используя гипноз? Ну, я не уверен. Ну да. Хорошо. Я постараюсь это выяснить. Я введу тебя в гипнотический транс. Угу. И буду задавать вопросы. Угу. А ты будешь отвечать. Но я должна знать, о чем спрашивать. Я жил в доме. Такой большой дом в лесу. И там я видел человека, который уже много лет как умер. А ты действительно его видел? Я не знаю. Но два человека, абсолютно независимо друг от друга, говорили мне, что я им об этом рассказывал. Причем одному из них я доверяю полностью. А я ничего не помню. Ты не помнишь чего? Того, что ты видел
Этого человека? Да. Или того, что ты рассказывал об этом двум людям? Ни то, ни другое. Ну хорошо, Толя. Давай работать.